Всем привет, с вами я, мистер Баннер, и сегодня я бы хотел вам рассказать про один очень замечательный мод под названием 2D Craft. Да, он, по моему учению делает сразу 1.2.5 версию Майнкрафта. Ну, ладно. Давайте создадим новый мир, творческий, и перейдем к дополнительным настройкам мира. Тут мы можем изменить тип мира, то есть 2D World можно выбрать. И также террари. Террария, там новые возможности из террарии добавляются, то есть там тройной прыжок и еще там что-то. Я не разбирался в этом моде. Так что вот. А ну давайте его назовем 2D. Так, она уже готова, и создать мир. Генерируется. И чпоньк, мы появляемся вот в таком вот мире 2D-шном. Мечта любого майнкрафтера. То есть тут управление легкое, то есть налево, направо, назад, то есть вот эта вот кнопочка S назад, а это вперед, то есть W, это S. Тут можно мышкой, вот видите, вниз, вверх. То есть бок в бока нельзя. Только если вот так вот. Так, переходить. И вниз. Да. Вот. Вот, собственно, все управление. Также тут можно делать вот так вот. Оп, и спрятался. О, привет! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот, ну, по-моему, так это мод очень удобный. В этом, как и для строителей, то есть много строить не надо, так и для шахтеров, то есть, видите, да, что руду очень легко найти. И также нас это больше предостерегает от лавы, то есть можем уже лаву увидеть, но все-таки сюрпризы она нам преподносит. Все-таки если разрушить блок, все равно там может у нас оказаться, блин, я разрушил ее, но может оказаться у нас лава, то есть вот так. Я думаю, может быть, невероятные приключения закончу те. Да, сегодня немного я сделал их. И начну их с этого. Ух ты, сколько руды, видите? То есть я уже нашел много руды. И начну уже невероятное переключение в 2D. И да, если вы увидите, может быть, фонтан. Ну, фонтан, да, вот такой вы только что видели, да, я случайно закрыл его. Вот. То можно сделать так, чтобы он типа. Вот с лавой, да, например, я сейчас сделаю. То есть вот видите, я в лаве. А нет, я все равно горю там немного. Так, мы туда больше не хотим. То есть видите, если вы можете потеряться там где-нибудь, да? Где я? Вот нажать вот так вот. И все, да? И вы уже. Вот, что я говорю. То есть видите, да, вода текет, и можно как бы здесь сделать так, чтобы вода у вас была видна. Также можно красиво, чтобы было. Ну вот и все на этом моде. С вами был я, мистер. А, да, кстати, я забыл сказать, совсем забыл, что я решил сделать конкурс в группе. Он у меня в группе ВКонтакте, там можете подробности найти. Вот, это конкурс. Я не знаю, что и как определиться с призами. То есть, ну, короче, смотрите. В ВКонтакте в самом, то есть в группе, посмотрите там условия конкурса. Вот, и если вы поучаствуете, я буду, конечно, очень рад этому, что хоть меня кто-то видит, кто-то меня смотрит. Ну ладно, все, надеюсь, это все. С вами был я, мистер Баннер. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все. Mr. Bonner.